Греция освободила 12 украинских моряков. Четверо членов экипажа, среди которых капитан и старший помощник, будут оставаться в Греции до выяснения обстоятельств. После 14 месяцев переговоров Греция освободила большую часть экипажа контейнеровоза «Macon Spirit», который был задержан греческими пограничниками в мае 2017 по подозрению в контрабанде оружия. В пятницу, 27 июля, моряки вернутся в Одессу. Об этом сообщил почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас на своей странице в Facebook. По его словам, четверо моряков, капитан, старпом и рядовые, согласно решению суда, остаются в Греции до выяснения всех обстоятельств. 12 украинских моряков возвращаются в Одессу. Мы сделали все возможное, чтобы 12 из 16 членов экипажа судна «Macon Spirit», арестованных в Греции по подозрению в контрабанде, в ближайшие дни вернулись домой. Главное условие – обязательная ежемесячная регистрация в Генеральном консульстве Греции в Одессе, отметил почетный консул. По его словам, в течение 14 месяцев велись достаточно серьезные дипломатические переговоры на уровне двух стран – Украины и Греции. Пришлось подключить серьезных адвокатов. И сегодня, к счастью, мы добились справедливого решения суда в пользу украинских моряков, добавил Бумбурас. Кроме оплаты адвокатов, добавил меценат, нужно было поддержать моряков, поскольку судно в порту Лавриа, в 60 километров от Афин, фактически осталось без снабжения продуктами, медикаментами и чистой водой. Для членов экипажа арендовали дом в 15 минутах ходьбы от порта Лавриа, благодаря чему у моряков была возможность ночевать в человеческих условиях. Дежурство на судне было организовано по графику, отметил он. Моряки подтвердили, что документы на визы поданы, в пятницу вылет в Украину. Ранее в Греции двух украинцев, Сергея Швайюка и Петра Литвинчука, посадили на 180 лет по обвинению в незаконной перевозке мигрантов. Как сообщалось, в тюрьмах Греции удерживают более 160 украинцев. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал http://correspondent.net. По материалам сайта news.gr.com.